Осенние листья, ягоды, зеленый мох, пластилин и клей. Предметы простые, но для сплочения семьи эффективные. В станице Гастагаевской работает клуб «Семья. Счастливая планета», организованный отделением профилактики семейного неблагополучия. Клубные заседания у нас проходят разнообразно. Мы где-то мы лепим, где-то мы делаем подделки. Бывает просто кинолектории, показываем мультики на различные темы, допустим, на здоровый образ жизни. С начала существования нашего клуба его посещало, допустим, две семьи, там, пять детей. То сейчас уже мамочки больше приходят на наши мероприятия, дети здесь развиваются. Здесь они раскрепощаются, чувствуют себя свободно, никто не стесняется. Ну, как одна большая дружная семья. Мастерить ежиков из обычных колючек, делать общую композицию, оформлять вазу для осеннего букета по душе и родителям, и детям. У нас там получилось. Полянка – это мои ежики, грибочки, деревья. Все мне понравилось. У Юлии Новиковой шестеро детей. Не всегда есть время делать поделки дома. Но Юлия с удовольствием участвует в жизни клуба вместе с детьми. Посещаем регулярно представления, которые проводятся в клубе. Нас приглашают. Вот, и мы сюда приходим, лепим. Там детки выступают, играют, мультики смотрят. Уходим довольные. После творческой работы с участниками клубного заседания проводит работу психолог. Помогает разрешить разные семейные вопросы. Специалистам отделения также оказывается содействие в оформлении документов на меры социальной поддержки, оздоровление детей в летних загородных лагерях, находящихся на территории Краснодарского края. Также специалистами отделения оказывается содействие в трудоустройстве несовершеннолетних и их родителей. Отделение соцзащиты работают не только в станице Гастагаевской, но и на территории всего Анапского района.